получше начинали. И с такой командой, как ЦСКА, когда разъезжаешь, им так хорошо начинать, уже в конце трудно словить. We're always competing with them every time we get on the court. So for us to be able to win that game, we have to win little possessions, and we didn't do that tonight. Нам надо было сыграть хорошо в защите, чтобы приближаться, но они в тот же момент попали там тоже. Трехочковый, очень хорошо сегодня попали, и это был причиной.